вообще мироздание. Потому что мне представляется, что это, конечно, самое известное произведение, но самое ли сильное произведение у Экзюпери? И нет ли здесь отражения такого больного 20 века, тоскующего почему-то и с помощью этого произведения, пытающегося выразить свою тоску? Ты понимаешь меня? Я тебе скажу больше, Лёнь, Экзюпери, он же принадлежал к умирающему дворянскому роду. Вот откуда, на мой взгляд, растут лапы, крылья и хвосты, что называется. Вот она, эта тоска. Конечно. И занимался он, судя по всему, не совсем тем, чем он хотел бы заниматься, если бы, да, это...